Когда мы читаем регулярно, наше сознание преображается, трансформируется, меняется наш образ поведения, мы становимся более чуткими, более чувствительными. Мы становимся такими естественным образом, потому что мы становимся более сознающим Кришну. Мы становимся более открытыми, и мы становимся более лучшими инструментами для использования в служении Кришны, непосредственно для того, чтобы Он двигал нас как марионетку, чтобы мы были в руках Кришны. Поэтому я уверен, что если бы все регулярно читали и были бы поглощены чтением, то мы бы легко смогли бы продвинуть наше движение далеко вперед. И у нас также были бы гораздо лучшие отношения. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.